Всем привет! Это новый выпуск рубрики «Киндер-контроль» на канале «Планета Алис». И сегодня я раскрою все секреты успеха популярных детских каналов, таких как «Николь Крейзи Фэмили», «Я Алиса» и другие. Итак, ты хочешь стать новой Дианой или создать свое «Kids Roma Show»? Нет ничего проще. Тебе нужно всего лишь соблюдать три простых правила. Слушай внимательно. Вот они. Правило первое. Откажись от своей индивидуальности и делай все как все. Во-первых, назови свой канал «Мисс», «Мистер» или «Kids Show», в крайнем случае «Леди». Потом подключись к медиасети «Аир» и попроси их дизайнеров сделать тебе картинку и аватарку, как у всех, с буковкой вместо аватарки. Если вдруг ты поторопился и тебя угораздило назвать свой канал иначе, как, например, «Николь Крейзи Фэмили», ничего, выход все же есть. Срочно начинай копировать. Не стесняйся, копируй видео успешных каналов и даже не заморачивайся менять название. Главное, никакой самодеятельности. Не пытайся придумывать что-то свое. Оригинальность на YouTube не в почете. Да и зачем напрягаться и изобретать велосипед, когда за тебя все уже придумали другие? Смотри, как это работает. Вчера вышло видео на канале Мистер Макс. Сегодня точно такое же видео на канале Я Алиса. А завтра еще одно на канале Kids Roma Show. Иногда одинаковых видео так много, что даже трудно понять, кто у кого копирует. Второе очень важное правило – у тебя всего должно быть много, или оно должно быть большое, а лучше и то, и другое сразу. Огромное яйцо с сюрпризом, гигантская горка, очень много конфет, куча игрушек или гора сюрпризов. Если ты снимаешь видео в бассейне, это должен быть гигантский бассейн. Кстати, на самом-то деле он может быть и небольшим. Главное написать название, что он огромный. Если ты делаешь видео с детской машинкой, не вздумай ограничиваться одной или двумя. У тебя их должен быть целый парк. И не важно, нужны ли они тебе на самом деле. Просто так надо. И, наконец, третье правило. Называй каждое свое второе видео челлендж. И не важно, что ты в нем делаешь. Ты можешь просто есть мороженое или, скажем, чистить картошку. Но если ты назовешь это челлендж, миллионы просмотров гарантированы. Да, и приготовься к тому, что тебе нередко придется есть всякую гадость, вроде саранчи, личинок или скорпионов. Ну а если уж ты никак не сможешь запихать это в себя, хотя бы постарайся вывалить это себе на голову. Это тоже работает. Ну вот, пожалуй, и все. Просто, не правда ли? Ах да, еще одно. Чуть не забыла. Это не обязательно, но крайне желательно. Если у тебя все еще нет домашнего любимца, срочно обзаведись им. Неважно, кто это будет. Породистая хаски, симпатичная кошечка или хомячок. Любое животное подойдет. Можешь даже подобрать бездомного котенка на помойке. Это еще лучше. И сразу же начинай снимать все, что он делает. Как он ест, пьет, играет, моется или рожает. Ну вот, теперь точно все. Вперед, выполняй эти нехитрые рекомендации, и успех и слава придут к тебе. Не успеешь моргнуть и глазом. Друзья, пожалуйста, не думайте, что я хочу над кем-то посмеяться или кого-то обидеть. Все вышесказанное – чистая правда. И мои вредные советы работают безотказно. Возможно, я где-то преувеличиваю, но не слишком. Посмотрите на успешные каналы, чьи скриншоты я привожу в пример, и вы сами увидите, как работают мои рекомендации. Я и сама стараюсь по мере возможности их придерживаться. Кому же не хочется добиться успеха? На моем канале вы тоже найдете и челленджи, и много сюрпризов, и кучу игрушек. Самая сложная задача – это отказ от индивидуальности. Но что поделаешь, такова жизнь. Успех и индивидуальность – понятия мало совместимы, а чаще всего несовместимые вовсе. Всем пока!